Вот ты где. Надо осторожней. Держи ровно. Попала. Вот ужас. Как ты еще жив? Что тут было?
Волшебно. Так, спокойно. Здесь совсем не страшно. О! Там. Выходи! Тише! Мы на пару слов. Дернешься, получишь стрелу промеж глаз. И твой приятель тоже. Что вам надо? Я Дэвид. Это мой друг Джеймс. Мы из большой группы. Женщины, дети. Мы умираем с голода. И у меня много народу. И все голодные. Тогда, может, мы что-нибудь предложим за это мясо? Оружие, ткань, пули... Лекарства! Есть антибиотики? Есть. В лагере. Пойдем вместе с нами. Никуда я с вами не пойду. Твой дружок сбегает. Принесет, что мне надо, и олень ваш. Приведет друзей. Пустишь стрелу промеж глаз. Именно. Два пузырька пенициллина и шприц. Побыстрее. Бегом. Давай мне ружье. Конечно. Назад. Он не скоро вернется. Ты не против укрыться от ветра? Возьмем с собой. Вот. Все-таки зря ты ходишь совсем одна. Одной мне лучше. Ясно. Как звать-то? А что? Слушай, я понимаю, что трудно верить незнакомцам. Лекарство ведь нужно для кого-то родного. Все будет хорошо. Увидим. У тебя пистолет? Прости. Так, отдай, пожалуйста, ружье. Нет, пистолета хватит. Стрелять умеешь? Да уж приходилось. Главное, не дать им влезть сюда. Не сожрали бы оленя. Следи за окнами. Ладно. А ведь правда,
Стреляешь ты получше меня. Помоги мне. Давай, давай! Черт! Браво! Спасибо. Пусто. У нас мчится целая орава. Да, вижу. Пусти! Спасибо. Пусто. Мчится целая орава. Да, вижу. Помоги мне! Тут пусто. У нас мчится целая орава. Да, вижу. Уходим отсюда. Идем. Сюда. Черт, вы грибы. Давай. Грибы. Давай. Я перекрою им путь. Стереги вход.
Да, мы идем. Ни разу тут не был. Блеск! Никого. Со мной. Иду я. Как настроение? За меня не волнуйся. Так, смотри под ноги. Не отставай. Детка, ты цела? Нормально. Щелкуны. Уходи! Где? Бежим! Дверь вон там! Выход так близко. Надо наверх. Ага. Нам бы ту лестницу. Вон! Давай, подсади! Готово? Угу. Держи. Бегом! Не наткнись на зараженных! Да знаю! Вон! Давай, подсади! Готово? Угу. Держи. Бегом! Не наткнись на зараженных. Да знаю. Пойдем. Пройдем здесь. Надо выбираться. Мы уж поняли. Что еще за выражение? Ого. Похоже, мы не первые с ними столкнулись. Боже мой.
Я искал этих ребят. Ну ладно, бери их снарягу, я поищу выход. Бери все, что может пригодиться. Что-нибудь видишь? Тупик. Не понимаю, кто это строил. И что нам делать? Ну что, отбиваться? Есть другие варианты. Сдохну. Ясно. Готовься. Ah!
Готовься! Слыхал? Они на крыше!
Спасибо. Нарвемся. Что-то не похоже. Еще идут! Да сколько тут этих тварей? Без понятия. Стреляй! Больше нет? Ты, кажется, разочарована. Скорее, не могу поверить. Проверю мост.
Слушай. Всех перебили? Всех перебили. Я же говорил. Ладно. Пойдем обратно. Может, олень еще цел? Надо сказать, ты неплохо стреляешь. Фу, мы с тобой хорошо сработались. Нам повезло. Повезло? Нет, нет. Я не верю в удачу. Я считаю, никаких случайностей не бывает. Ну-ну. Правда? Я тебе докажу. Так вот, эта зима выдалась очень суровой. Не так давно я отправил своих людей в ближний город искать еду. Вернулись немногие. Они сказали, что там на них напал один психопат. И представь себе, с этим психопатом была девочка. Видишь? Случайностей не бывает. Успокойся. Ты ни при чем. Ты ребенок. Джеймс, убери пушку. Ну нет, Дэвид. Нет, черта с два. Убери пушку. Дай ей лекарство. Остальные не одобрят. Это уже моя забота. Отойди, козел. Ты не выживешь одна. Я хочу помочь. Обойдусь. Валим отсюда. Пошла. Идем. Джоэл. Еды принесла немного. Зато... то... добыла вот что. Так, руку. Вот так. Прости. Ничего. Уже все. Ты поправишься. Следили.
Я уведу их отсюда. А потом вернусь. Понимаете, Джеймс сказал, это она была в университете. А сколько наших там полегло? Черт, не знал, что это ее работа. Да пошел он этот... Вот она!
Так, и куда теперь? Куда они делись? Все, Элли. Только не упасть в воду. Не упасть. О, черт. Не сюда. Как же отсюда выбраться? Черт. Мне в другую сторону. Джоэл, держись. Отсюда не выйдешь. А, черт! А! Говнюк. Вот она! Подонок. О, черт!
Я не хочу здесь застрять. Ничего, крыша едет. Я тебя убью, засранец! Говнюк. О тебе забочусь. Вот так. Вот так. Как самочувствие? Су,
Супер. Вот. Поешь. Ты голодная? Давно тут лежишь? Что это? Оленина. Пополам с человечиной? Нет. Нет, честное слово. Это олень. Ты просто животное. Ты легко судишь других. Как будто вы с другом никогда не убивали. А что нам оставалось? Ну, а нам что остается? Скажи. Убиваем, чтобы выжить. Как и все. Заботимся о своих. Тут любые средства хороши. Что теперь? Разрубите меня на кусочки? Не хотелось бы. Как тебя зовут? Врёшь, как дышишь. Напротив. Я с тобой откровенен. Теперь твой черед. Иначе я не смогу убедить остальных. Убедить в чем? Что ты нормальная. Храбрая. Верная. Особенная. О. Ясно. Черт. Глупая девчонка. Я пытаюсь спасти тебе жизнь, а ты мешаешь. Что теперь сказать остальным? Элли. Что? Скажи им. Девочка Элли сломала твой сраный палец. Как ты говоришь, а? На кусочки? До завтра, Элли. 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 Где же ты?
Куда она убежала? Беги! Тут подлежу. Посмотрим там. Ну что? Ничего. А у тебя? Пусто. Ищем дальше. Я поищу здесь. Все! Стоп! Ты со мной! Так или иначе ты мне скажешь! Thank you.
Попался, брат! Кричай его! Держи его! О, черт! Сука! Пойдешь со мной. Пусти! Я тебя урою! Что тебе нужно? Да за что? Отдохни. Так. Девочка, она жива? Девочка. Какая еще девочка? Сука! Смотри сюда, сюда. Я тебе сейчас колено вышибу. Девочка. Она жива. Дэвиду приглянулась. Где она? В городе. В городе. Поставь метку на карте. И не дай бог твой дружок отметит другое место. Метку. Она там. Можешь проверить. Спроси его. Давай. Он скажет. Я не вру. Не вру. Ты охренел? Он все тебе сказал. Я буду молчать. Ну, молчи. Я ему верю. Стой! Стой! Доброе утро. Вставай. Пусти! Ну, хватит! Прекрати. Я говорил... Я заражена! Заражена! Да ну! И ты тоже. Не веришь? Задери рукав. Ну, смотри. Ну, ладно. Как говоришь, случайностей не бывает. Что это такое? Разводка. Она бы уже превратилась. Не похоже на разводку. Ну все. Черт. Что за фигня тут творится? Мне нужна пушка. Так, я смогу. Твою мать! Ты за это заплатишь!
явно перегнул палку. Который месяц, говорю. Оу! Ваша тварь! Ладно. Она вон там! Я иду туда. Так, погляни туда. Зараза! О! Лабиринт. А если она укусит? Спокойно, она не кусает. Говорю же, у нас могут быть проблемы. У нас проблемы, и мы... Теперь соберите. Будем искать. Это ловкая сволочь.
Тебя легко найти! Как это ты? Ну и ладно. Не убежишь. Ключи-то. Вот они, у меня. Ты не заражена. Зараженные так за... Я все слышу. Ключи. Дело, Элли. Честно сказать, я почти купился. Моя вера на миг пошатнулась, Элли. Но лишь на миг. Ну нет. Прости, что так вышло с лошадью. Мне правда жаль. Но, знаю, все ее части пойдут в дело. Ах ты, мудак. Молодец. Все будет хорошо. Попалась, Эй. Теперь уже поздно. Сдавайся, и все кончится быстро. Я обещаю. Иди ты в жопу. Ну ладно. И не говори, что я не дал тебе шанса. Ты считаешь, что ты выше этого? Выше нас? Но это не так. Вот психованный. Ой-ой. Все могло быть совсем не так. Ты сама виновата. Сама. Вот. Би
Беги, зайчик, беги. Ага. Понтова, ни хрена не вижу. Продолжайте искать. Если она здесь появится, мы должны ее захватить. Надо охранять убежище. В городе зараженный. А мы торчим у этого гребаного. Черт! Тебе как дерьмо!
Yeah.
Что за хрень? Откуда здесь вещи Элли? О, боже. Я должен ее найти. Должен ее найти. Знал, что ты бойкая. Ладно, сдавайся. Это не стыдно? То есть нет. Не в твоем стиле, да? Давай, умоляй. Пошел ты! Самая умная, а? Думаешь, ты меня раскусила? Ты не представляешь, на что я способен. Элли! Стой! Стой! Убери руки! Тише, это я, это я, это я. Смотри, смотри. Это я. Он хотел... Солнышко, ничего, ничего. Джоэл. Ничего. Не бойся. Элли! Ты слышишь? Нет. А что? Смотри. Больница. Конечная остановка. Пойдем, детка.
Чуешь, какой ветерок? Раньше в такие дни я сидел на крылечке и бренчал на гитаре. Вот закончим со всеми делами, научу тебя играть на гитаре. Я думаю, тебе понравится. Что скажешь, а? Ты что, уснула? Чего? А, да, с удовольствием. Ну вот. Я вчера летала во сне. Правда? Да. А, фигня. Дурацкий сон. Ну ты подумай, куда ни придешь, карантинные зоны заброшены. Вот больница, о которой говорилось в записи. Пойдем, Элли. Может, тут срежем? Тогда мы ничего не знали о болезни. Можно по лестнице.
Ты чего скисла? Не, все хорошо. Просто ты как-то сегодня притихла. Прости. Нет, я же... Неважно. Ну вот. Элли? Элли? Что? Лестница. Давай. Ага. Господи. Эй! Ты куда? Элли! Элли! Смотри скорее! Что это? Thank you.
Мы можем отказаться. Ты ведь это понимаешь? А какие варианты? Вернемся к Томми и... просто забьем на эту хрень. После того, что было... того, что я сделала... я не могу все бросить. Деваться некуда. Вот закончим, пойдем куда скажешь. Ладно? Все равно без тебя не уйду. Так что хватит уже. Прошлое попал. Почему? Сразу после катастрофы я оказался в похожем местечке. Куда ни посмотри, везде осиротевшие люди. Весь мир рухнул в одно мгновение. Ты тогда потерял Сару? Да, тогда. Я не представляю, каково это — потерять самого дорогого человека. Лишиться всего. Сочувствую. Спасибо, Элли. Начнем.
То, что надо. Эй, Джоэл, у меня есть подарок. Вот. Мне Мария показала, а я потом ее утащила. Надеюсь, ты не против? Давно пора понять, что от прошлого не уйдешь. Оно все равно тебя настигнет. Спасибо. В этот раз все будет иначе. Я точно знаю. Ты о чем? На этот раз цикады ждут нас. Я уверена. Слева. Oh, my God.
Боже мой, сколько же их тут? Знаю, идем дальше. Назад. Так и лежи. Пошли, пошли.
Черт! Как думаешь, сможешь столкнуть ящик? Ушли. Теперь не доберутся. Ладно. Смотри, не свали. Вот что будем делать. Получилось. Вот. Лови! Держись с краю, там помельче.
Ладно. Вставай сюда. Есть. Ладно. Открывай дверь. Ты цела? Да. Как выскочил. Скорее бы их вытравить. Так, приступим. Вот, отлично. Не ударься. Порядок. Смотри, вот она. Жди тут. Да уж никуда не денусь. Мне надо наверх. Давай, залезай. Давай. Ну все, поехали. Осторожно. Готово.
Долбаная лестница оторвалась. Что делать? Что-нибудь придумаю. Поняла. Это мысль. Ё-моё. Я пойду вперед. А ты за мной. Угу. Поняла. Не делай! Да уж постараюсь.